Химках накануне провели городской субботник. Сотрудники предприятий городского округа, включая администрацию, вышли на уборку. Наводили порядок на рабочем месте и прилегающей территории. Глава городского округа Дмитрий Волошин вместе с комбинатом по благоустройству и коммунальщиками проверил, как ведется уборка, и рассказал о нововведениях, которые позаимствовали у Москвы. Мы начинаем мыть шампунем химки. И в первую очередь, что очень важно, этот шампунь сегодня снимает пленку, которая остается от реагента после осенне-зимнего периода. Нам нужно, чтобы у нас земля начала дышать, чтобы город начал дышать. И убирает пыль. Вот такая профилактика у нас уже ведется. Жители дома номер 23 по улице Кирова тоже вышли на субботник. Уже несколько лет ухаживают за клумбами и кустарниками в своем дворе. Мэра нашего я как бы приветствую, как он начал хозяйствовать. Порядка больше стало химков. Вот и театр сдали у нас, по-моему, при нем как раз. Наконец-то мы дождались. Здесь все облагородили. Принять участие в месячнике чистоты может любой житель Химок. Для этого нужно лишь пройти регистрацию по телефону. Сейчас в борьбу за чистоту города включились больше 50 тысяч. Сделать свой округ чище химчане могут на городском и областном этапах субботника 13 и 20 апреля.